доме номер 10 по Лесной улице рабочие производят замену фасада. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход работ по капитальному ремонту в лесном городке. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Единая Россия. Городская среда». Капитальный ремонт идет в полном разгаре, полным ходом. Вот мы видим, уже большая часть фасадов смонтирована, установлена. Мы прошли, посмотрели по периметру, сделан большой объем работы. На объекте подрядчик находится в постоянном контакте с местными жителями, отметил парламентарий. Это важно, чтобы капитальный ремонт проходил комфортно и с учетом всех пожеланий жильцов. С учетом того, что капитальный ремонт осуществляется в доме, в котором проживают люди, конечно, вызывает определенный дискомфорт у жителей. И во время ремонта возникают новые какие-то пожелания, какие-то вот там усовершенствования. Конечно, тут надо людей слышать и по возможности отвечать на те просьбы, которые возникают уже непосредственно по ходу этого капитального ремонта. Всего в округе с 2014 года отремонтировано 705 многоквартирных домов. В числе преобразований – замена кровли и лифтов, ремонт инженерных систем и подвалов, а также другие комплексные виды работ. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».